Ну как вам? Здравствуйте, мои дорогие друзья, я вас приветствую с берегов Азовского моря. У нас в распоряжении целая база нашего дорогого подписчика Михаила. Здесь просто очень много пространства, и это очень круто. Единственный минус, хотя, наверное, для меня это больше плюс, потому что я смогу отдохнуть, здесь нет интернета. Ну, Михаил обещает, в будущем у него появится Wi-Fi, а так сотовые сети ловят, но только на звонки. Вот буквально за этим заборчиком уже, друзья, находится морешко. Я к нему прогулялся, там великолепный песок, но я вам все покажу. Для чего мы сюда приехали? Чтобы, первое, ловить рыбу, второе, купаться в море. Ну, посмотрим, будем, не будем. Водичка, честно, еще прохладная. Сегодня еще ветерок у нас продувает 10 метров в восток, но здесь очень комфортно, под солнцем. Мне прям нравится. Третье, это самое главное, то, ради чего мы здесь, это отмечать день рождения Максима. И вот он, счастливый, уже бежит в нашу сторону. Дорогой Максим, мы тебя поздравляем, что ты стал на год старше. Желаем тебе напиться, ну ладно, наесться и иметь хорошее настроение. Это самое важное. Как тебе вот первое впечатление от места? Прикольно. Прям у моря. Классно. Прикинь, у нас своя база у моря. Вообще крутяк, да, смотрится. Хозяин базы. И Артура. Так, давайте мы с тобой познакомимся сначала. Представься нам, пожалуйста. Как тебя зовут? Михаил. Хозяин данного предприятия по увеселению Максима сегодня. База на берегу Азовского моря. Прям атмосфера очень классная. Нам понравилось. Понравился еще очень песочек на берегу моря. Здесь для тех, кто ищет отдых, допустим, жена, дети на море. А мужчина на рыбалку, то есть очень хорошо будет отдыхать. Пару слов о своем этом месте, почему вообще оно у тебя появилось и что вообще планируешь, чтобы просто здесь было? Просто хотел уединение, природа, рыбалка, охота. Угу. Ну как бы так. И все здесь есть, даже все охота. Есть, охота тоже. Много любителей на самом деле с края приезжают сюда, и заяц, и утка, и все. Так, стреляют. По рыбалке что тут клюет? Да все клюет. Если можно квоту взять, можно осетра ловить. Даже так, вот так вот, ребята, кто хочет поймать осетра, если что, обращайтесь. Ну, а сегодня у нас еще есть один человек, давай мы с ним тоже познакомимся, на мангале. Представьтесь. Я приветствую. Как вас зовут? Всем доброго вечера и доброго дня. Артур, это шашлык. Шашлык Артур, у него уже, смотрите, что-то дымит. Мне уже не понравилось, приехали к Мише, вообще супер. Это все, то есть. Да, я человек такой на позитиве. Ты рыбу ловить будешь? Конечно, научимся. 100%. Да, я не ловил рыбу, но научимся. Ты сегодня еще должен быть водителем на лодке, помни об этом. Да, 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 да. Так что сильно не напивайся. Так, друзья, потом постепенно мы вам покажем вообще, что есть на базе. Сейчас самое главное — это стол. И потом мы уже будем двигаться по всем остальным движениям. Дорогой Максим, как здорово, во-первых, что ты нас всех собрал. Мы приехали на отдых. И желаем тебе здоровья. Ну, вот, первый тост за. Нет, говорили, не за здоровье, не пить. Давай, то есть, желаем счастья. Да, счастья, чтобы у тебя было. И вот все остальное. Спасибо. От души первый тост пошел. А все это остальное для здоровья. Добро. Ну, подъехали, тут рыбаков эти много стоит. Спросили, они здесь ловят красноперочку, там на другом канале там другая рыба клевала. То есть везде есть рыба, ее здесь много, но... Тут есть у нас сети, которые надо снять. Чтобы вы понимали, сеть — это не браконьерская тема, это его, собственно, озера. Поставил, должен был их нам сам снимать, показать хотя бы, как это происходит. А в итоге, ну как-то самим придет, да, ушел на рыбалку. Ну, такое бывает, я думаю, ничего страшного. В общем, место очень интересное, в плане того, что тут каналов много, кто любит вот из мужчин порыбачить, приехали, там, наслаждаетесь рыбалкой, если тут не клюет, поехали на другой канал, как сейчас ребята говорят, там стояли, клюет то-то, но там ветер сильный. Вот сюда приехали, комфортно, хорошо стоим, и, ну, клюет там другая рыбка, то есть... На любой цвет, вкус выбирайте себе. И мест здесь таких много. Но самое главное, что рядышком море. Мы приближаемся к побережью. Вот с правой стороны как раз этот канал идет. Видите, сколько здесь съездов. И то там стоят люди. Также нам Михаил сказал, что у нее есть раки в озере. Будем пробовать их, наверное, тоже поймать. А теперь вот подъезжаем непосредственно уже туда, где находится база. Здесь берег моря. То есть мы подъезжаем
прям к самому морюшку. И в летний период здесь Михаил будет брать в аренду вот эту левую часть и устраивать там автокемпинг. То есть, если вдруг вы будете в Славянском районе, я координаты вам оставлю, как это все выглядит, то сможете тоже приехать сюда и отдыхать. То есть, смотрите, какие пляжные территории. Сейчас вот ребята стоят там под дерево с палаточкой. То есть, максимально идеально и классно. Вот оно, морюшко. Вот люди только что искупались в море, гуляют по берегу. И здесь такой, знаете, накат песка намывной, что легковые машины спокойно без полного привода выезжают. Вот эта вся территория с подъездами будет у него в аренде. Сколько там деревьев, таких мест для парковочки. И выглядит это прям клево. Ну, дай бог, чтобы бизнес развивался и пользовался популярностью у наших гостей. И он предоставлял им всем хороший сервис. Самое главное, уборка территории. Сейчас вот с виду как бы чистенько, классно. Ну, а здесь мы заезжаем уже на базу, на которой мы остановились сегодня. Это вся база такая наша. Ну, это прикольно. И звучит, и выглядит. Я, конечно, не ожидал, что будет что-то такое фишенебельное. Но в плане того, что зелень есть, санузлы есть, Артур там шашлык жарит, то есть и мест для парковочки много, палаточки, деревья, там навесики, санузел. Ну, то есть все, что может вам только понадобиться и не понадобиться. Круто. А сейчас покажу вам, как до моря пройти. Там Артур его насаживает картошечку. Здесь несколько домиков есть. С правой стороны беседка, там летний душ находится. С левой стороны перед забором, который огораживает базу от моря, тоже находится беседочка со столом. Большая, то есть вечернее время. Сели, кайфуете, общаетесь. Мне очень понравился здесь песок такой на пляже. Прям очень приятный, комфортный. Такой, покажу вам дисперсию, как это выглядит. Смотрите, намывной. Разуваемся со своей базы, а что нам-то, и выходим к морю. Верблюжья колючка, дюны вот здесь такие более нетронутые, чем у нас. Тут, конечно, виды вау-формата, да? О чем можно мечтать на отдыхе? База, пляж. Ну вот, с правой стороны здесь зона автокемпинга, которая как раз таки в эту базу и упирается. Красота, дорогие мои друзья. Вот. Ну, надо посмотреть на еще домики, в которых мы будем ночевать. Я их еще не разглядывал. Заодно и вам покажу. Такая помывочная зона, летний душ. Здесь, я думаю, раньше были раковины. Может, тоже потом Михаил сделает. Еще одна беседка, тоже с освещением, барная стойка, тут холодильники, чтобы они выжили и пережили год. Антенна, знаешь, что телевизор тоже подключается. Вот холодильник работает, мы один подключили для себя. И идем дальше к домикам, коих тут два. Сам домик выглядит вот так вот, с цветами, вход. Кстати, обещает Михаил, что здесь переделают, все сделают в стиле казачьего хутора, казачьего куреня. Кстати, номеров тут несколько. Вот по номерам здесь еще 2-3. Это, наверное, у нас первый номер. Давайте заходим. Это у нас, кстати, мотор на лодку, на которую мы должны будем зайти за рыбой. Здесь у нас есть казанчик, набор посуды, напорик, раковина. Слушайте, ну прям кухня-кухня отличная. Все, что вам может понадобиться на отдыхе, здесь имеется и посуда, и помывка, и, как говорится, все остальные действия. Идем дальше. Здесь у нас первая комната. Тут у нас двухспальная, односпальная кровати. Сети. Короче, тут много чего нам, наверное, даже не нужного. Тут у нас зал, диван, два кресла, телевизор. И телевизор. Есть сплит-система. Освещение вправо. Здесь, ох, еще одна кровать огромная. То есть в этом домике много у нас комнат. Все, и постельное все есть. Идем дальше. Еще одна комната здесь. Двухспальная, односпальная кровать. Подогрев есть, ветродуйки. И, собственно, еще одна комната. Зачем он нам еще один домик предложил? Ну, это, короче, не рабочая комната. Все, понял, это мы закрываем. Ну, вот такой вот домик номер один. То есть он не сдает тут сейчас ничего. Поэтому, как бы, ну, все в таком формате нас
О рекламе вообще никто не просил. Просто вам рассказываю, показываю, куда мы приехали. Здесь номера закрыты. Сейчас покажу, еще у нас один. С другой стороны есть. Так, шашлычок тут у нас жарит. Мужичок. Удобство. Туалет у нас выглядит вот так. Вот этот вагончик, он сказал, чтобы переставить туда, в сторону кемпинга. Там будет у него что-то вроде магазинчика для кемпинга. С этой стороны у нас, ну тоже, видите, открыто пока. Тут, я так понимаю, летняя веранда, чтобы посидеть. И заходим. Здесь еще одна комната есть. Ветродуйка. Двухспальная кровать, односпальная кровать. В общем, поспать нам точно будет и где. Ну, я думаю, будем в одном домике все вместе отдыхать. В общем, вот такие вот условия. Я считаю, что шикарно мы тут проведем время. Конечно, это не тот лакшери, к которому, возможно, вы привыкли к своим городам. Но у нас есть все, что надо. Хорошее настроение, классная погода, лето. Ну, не Анапа, но Азовское море. Картошечка у нас продолжает вот приготовление блюда свое. Смотрите, что делает. Картошечку маслицем забрызгивает. Сделал же все по красоте, чтобы все работало как надо. Нарезал сальцем. Красавчик. Там он палит мясо, я уже слышал об этом. И курицу. Да-да-да. Уф. Красота. Я надеюсь, что мы еще на казане все-таки уху приготовим. Может быть, еще и раками разживемся, если повезет. Только не понял, как раки на чеснок клюют. Там сказали, надо в раколовке чеснока положить тогда. Раки все наши. Ну, в общем, будем пробовать. Это подарок от Артура для Максима. Грудка. Но очень вкусная, классная, прекрасная. Ну, и наш стол выглядит вот так пока. Зеленушка тоже есть. Но самое главное происходит вот здесь, на мангале. Артур продолжает по традиции палить мясо. Видите, черное какое. Черное. И картошку спалил. Ну, как ты мог. Красота. Это всегда происходит, когда с Юрой, да? Да. Ну, вот мы хотели с тобой на берегу моря пожарить шашлычок. Вот жалко, что нет интернета, да? Слушай, ну да. Была бы трансляция, было бы с вами повеселее сегодня. Ну, ничего, отдыхать от друг друга тоже надо. И в такие моменты. Вместо торта у нас шашлычок. Максим нам тут всем его раскладывает в тарелочку. Я хочу поблагодарить вот этого человека, который там стоит. Шашлык вкуснейший. Замаринован идеально. И мясо хорошее выбрали, ребятки. Прям вкусненько, кусочек залетел. Курица. Я, наверное, впервые пробую грудку от Артура. Первый раз. И она восхитительная, прям советую. Тем более мясо у нас не такое калорийное, как свинина. Поэтому, если вдруг вы захотите что-то вкусное, будет супер. Ну и тут вид на море. Где бы мы еще так посидели, да? Прямо на берегу моря. Вот он, море, вот он ты. Беседка. Беседка, свежий воздух, боже мой. Мангальчик. Ай. Тебе как вообще? Отлично. Отлично. Сейчас мы еще с тобой в озеро полезем. Главное не утонуть там потом. Итак, друзья, мы немножечко поели. Сейчас еще ребята делают на посошок по одной. И мы с Артуриком отправляемся на охоту за рыбой. Мы уже лодку загрузили. Да. На подъезде у нас еще Максим и его сын. Ну, и... Максим их встретит. Да, Максим их будет встречать. Смотрите, я вам покажу, как эта загрузка вообще выглядит. Здесь мотор. Вот так. Это лодка. Лодка, походу, качается ногами. Сейчас будем веселиться, ее накачивать. И бензинчик у нас. Ну что, в добрый путь. Это мы мешок взяли для рыбы. Самый большой, знаете, такие. Ну, мужики, за рыбалку. Ну, давайте. Будем. Ребята, у вас тоже дистанционно. Спасибо, что вы с нами. От души. Слушай, давно мы такой контент не снимали. Сегодня провожаем Артура. Ребята, это уже, по-моему, третий на пасашок. Артур, короче, очень сильно боится. Артур, надо, брат, ну просто... Ну мы это сделаем, ребят, ну сейчас вы сами все... Вот, Артура. Черный мешок взял, блин, мусоры. Добро. Итак, друзьяшки, смотрите, мы впервые... С Артуром сейчас будем распаковывать лодку. Да. Вот. Мне больше всего радует этот насос, конечно. Все у нас первый раз сейчас. Ты главное не забудь, что ее потом запаковывать надо в том же порядке. Так, ребята, делайте ставки, у нас получится или нет. Слушайте, прикольная лодка. Так, это раз. Это раз. В общем, дальше. Это даже мотор у нас есть. Не спрашивайте, где Максим.
То есть самый большой вопрос, а куда насос тут воткнуть? Вот это, а, вот нашли. Обожди, а тут уже есть. Три. Три даже? Так, слушайте, оно уже растет. Ребята, посмотрите, как пошло. Вообще, так, тур просто уже нашел. То место сейчас прокачает. Все, ребятки, заканчиваем. Главное, чтобы она не лопнула теперь. Ну, вот так выглядит прикольно лодка. Так, ну, три раза долго, коротко ходил. Нас, в общем, дно не влазит. Заново спускать, бедный Артур. Все, засовывай, давай. Сколько мы могли лодок накачать, вы себе не представляете. Уже нормально. Ну, теперь все у нас. Осталось теперь весла приделать. Надеюсь, из-за весел спускать не придется, да? Ну да, поехали весла. Спасибо тебе, дорогой, что ты нас оставил тут одних. Одно весло у нас есть. Ху-ху, там, правда, к нам в лодку капает бензин, но она готова. Друзья, надеюсь, что сейчас все у нас получится. И будет у нас все хорошо. Так, так, Артур, давай, давай. Все, пакуй ее, залазь. Посмотрим, тебя на одного выдержит. Артур, ты куда? Брат, вернись! Не надо, без меня не уходи! Плыви обратно, давай! Ку. Все, контроль возвратили. Так, а ну, давай попробуем заводи. Давай, заводи там на двоих. Попробуем на двоих. Слушай, держит. Держит? Да, а ну садись. Брат, только не качай лодку, я тебя очень прошу. Мне надо как-то куда-то присесть. Все, ты опускай мотор. Теперь включай питание. Держи. Давай. Держишь? Да, и пытайся. Что, мне надо встать? Да, брат! Ну, по-другому никак. Она не идет. Юр, ну куда ты плывешь? Все нормально. Я просто поворачиваю. О, давай, давай. Еще. Е! Почти. Ты газ поддавай чуть-чуть. Садись! Аккуратнее! Ты упри ее, стой, стой! Вот так упираешь и поехал! Все, мы поехали! Вера, смотри сюда! Да-да. Надо, короче, смотреть. Давай я сяду. Артурю. Застряли, там проезда нету. Значит, не в ту протоку, да, провернуть. Это просто счастье. Смотрите, руки уже в крови от этих камышей. Как понимаете, мотор не работает. И мы тут с Артуром плывем. Да, жесть. Тебе, ну? Эту рыбалку! Да, она тянет!
Чтобы не ветер, нормально было, да? Да. Она просто, видишь, на стену, в другую сторону. Но мы показали, что у нас из-за чего не получилось, правильно? Итак, надо познакомиться, это было июль. Тихо, не материтесь только. Я хочу сказать, что тут, короче, по сусекам поскребли. Вечер обещает быть долгим. Это только вот к закату начинается. Все, сейчас я вам покажу, как вообще надо встречать закат, ребятки. Чтобы красиво было и прекрасно. Помимо того, что на берегу моря, как это должно выглядеть. Я уже потеплее оделся, к вечеру становится прохладным. Но это все мелочи жизни. Как должен проходить правильно закат? Берете одного Артура. У нас вообще в планах было шашлычок взять, сделать, замутить прямо вот на пляже, на закате, чтобы такая более атмосферная тема получилась. Ну и ладно, нам и одной кровати хватит, да? Идеальный сон, идеальный закат, идеальное море. Потому что так должно быть вообще в мечтах, да и вообще во всех других стандартах, сказках. Ты приходишь на берег моря, ну, конечно, не сам тащишь кровать, а тебя здесь уже ждет кровать. И ты просто ложишься и наслаждаешься. Правда, по кайфу. Кровать моей мечты. С видом на закат, с матрасиком, красота. Как вам, дорогие мои, заходит или нет? Да, ребята, все удалось с этой кроватью сделать красивый кадр. Артур даже доволен. Здесь ребята к нам подходили тоже. Говорят, вау, эффект, конечно, бомбический. Russian туриста, делаем красивые вещи, придумываем хорошие идеи. Жалко, конечно, что закат сегодня ушел в тучи, это был бы просто фантастический закат. Ну, с другой стороны, у нас там теперь столько выпивки. Просто там нам сдали все заначки, которые здесь были на базе. Еще не все, еще одну даже не достали. И теперь можно идти спокойно дегустировать. Ну, будем наслаждаться, получать удовольствие от того, что происходит в этих местах. Как говорится, дай Боже. Морюшка радует. Ребята, которые к нам подходили, кстати, они купались в море. Наслаждались этими моментами. Мы им желаем хорошего тоже отдыха. Ох, красота.